Как будто на их языке. Все-таки что самое главное в этих мастер-классах и вообще в проведении тренировок? Что самое главное для тренера? Ну, основной мастер-класс это заключается в том, что выполнение результата, он может просто показать какой-то навык. По большому счету, все олимпийские чемпионы, которые стали там, благодаря своим учителям. Учителя это самые основные мастер-классы наши, которые нас воспитали, воспитали наше тело, которое там, оно быстрее двигалось, быстрее било. Мы чем можно свое мастерство воплотили в жизнь, стали олимпийские чемпионы, кто-то чемпионы мира, кто-то его. А самое основное это мастер-класс, это твой личный тренер. Ничего лучше другого нет, потому что мастер-класс это просто как бы мотивация для молодежи, что сегодня пришел чемпион мира и провел мастер-класс, как бы для них это, ну, сюда пришел, во-первых, не Боря Моисеев, не Сергей Пенкин, да, пришел чемпион мира. Если бы пришел, это было шоу, да? А здесь просто пришел, какой-то навык показал, что-то свое передал молодому поколению, даже тренеру, да? Кто-то принял что-то, кто-то не принял, кто-то себя отложил. Поэтому что такое сегодня мастер-класс? Я решил еще спасибо Михаилу Дмитриевичу, да, Пауру, который сегодня взял у вас проведение первенства в Европе, в городе, да? Это тоже большое событие, это праздник для города, да, для республики, да? Я, допустим, завидую, что у нас в нашей Нижегородской области, да, у нас в моем городе есть 4 олимпийских чемпиона, и у нас нет такого, таких праздников, как у вас, да? Я всегда восхищаюсь республиками, там, чеченские, дагестанские. Они всегда берут хорошие мероприятия по борьбе, по боксу. Но в центральной зоне, вот, допустим, у нас в Нижегородской области, за свой город, у нас 15 олимпийских чемпионов. 15 олимпийских чемпионов, представляете? А в моем городе живут 4 олимпийских чемпиона, и у нас нет такого праздника, как, допустим, провести первенство Европы. Это очень большое событие, если вам это удастся провести. Большое спасибо и вашему президенту республики, да, и вашему главе по спорту, который развивает этот вид олимпийский спорт, бокс. Все-таки вы уклон делаете на детей или все-таки работаете со всеми? Мне без разницы, я провел мастер-класс. Я могу, меня сегодня пригласил Николай, сейчас провел мастер-класс здесь. Меня пригласил начальник зоны, да, 11-й колонии, он там. Я провел там мастер-класс, потому что люди хотят узнать, что такое бокс, мотивация бокса, как вообще это становится чемпионом. Поэтому пришел, провел, рассказал. Именно данные наших спортсменов, вот о них что можете сказать? Вот, я не знаю, ну, все-таки не хватает вот, по вашему опыту. Вот. Большинству вообще подрастающему поколению молодым спортсменам, что именно? Ну, для меня первое, это лучше они пускай занимаются боксом, чем умирать от наркотиков. Второе, это все зависит от тренера личного, который сегодня поставил перед собой цель воспитать чемпиона. У меня тренер, когда был за дом, пришел в детский дом, у него была задача, вот он представляет маленький такой значок, это я стал призером первенства СССР в городе Саратов. Он говорит, если я хоть раз в жизни воспитаю,